Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Актриса Анастасия Заворотнюк, как заявили медики, находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит. Сейчас звезда находится в реабилитационном центре. Она не может самостоятельно передвигаться. На процедуры ее возят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода предкоматозного состояния в кому, сообщает телеграм-канал Мэш. Напомним, что данные о состоянии Анастасии Заворотнюк крайне противоречивые. Еще несколько недель назад многие СМИ писали, что у звезды произошел отек мозга и жить ей осталось всего несколько дней. Через какое-то время стала поступать информация, что она чувствует себя удовлетворительно. Не так давно родные актрисы приняли решение завести в соцсетях специальный аккаунт, в котором делились бы подробностями о состоянии звезды. Наплыв пользователей был такой, что администрация Instagram приняла решение заблокировать аккаунт. Попытки его возродить успехом не увенчались. Недавно дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что обо всех последних новостях о состоянии своей матери она будет делиться на ее страничке. Добавим, что родные актрисы упорно не хотят пролить свет и не рассказывают о ее состоянии. Это, пожалуй, главная причина, почему средства массовой информации пишут так много непроверенных фактов об актрисе. Практически каждый день рождаются все новые и новые версии о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня». Не так давно корреспондентам удалось посетить кладбище, где покоятся родственники актрисы. Журналисты отмечали, что теперь без охраны к могилам отца и брата Заворотнюк пройти просто невозможно. Сотрудники кладбища заявили, что пресса в последний момент проявляет нездоровый ажиотаж. Друзья, всем счастья и здоровья! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».